В городской библиотеке в филиале номер 2 в эту ночь встретили муз искусства Древней Греции. Магазин рукоделия студия «Арт-Хобби» представил для гостей выставку кукол. Участники театра студии «Пигмалион» показали спектакль по сказке Ирины и Леонида Тюхтяевых «Зоки и Бода», поставленный руководителем Александром Рябцом. Музыкальные номера продемонстрировали воспитанники детской школы искусств номер 1. У нас библиотеки выходят на новый уровень, мы не только выдаем, записываем книги, принимаем, но и, конечно, мы уже новые инновационные формы внедряем в работу. Вот видите, как и танцуем, и пляшем при содействии, конечно, наших творческих коллективов города-курорта. Стараемся. Такие гостиные мы любим очень. Городская библиотека филиал номер 2 носит статус семейного чтения. Поэтому в числе приглашенных на акцию «Ночь искусств» постоянные читатели, целые династии и родители с детьми. В других библиотеках курорта прошли встречи с анапскими прозаиками, поэтами, музыкантами и коллекционерами, мастерами разных жанров искусства.